Большой, красивый, комфортабельный – такой он. Туристический автобус для людей старшего поколения. Долгожданная поездка состоялась в День пожилого человека и стала настоящим подарком для участников проекта «Активное долголетие», который реализуется по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. Белые кепки с логотипом – отличное настроение. Это, пожалуй, все, что нужно было взять с собой в поездку. Об остальном уже позаботились организаторы. Идет бесплатная экскурсия в дороге, мы будем наших пенсионеров кормить, водичкой поить. У нас экскурсоводы прямо в автобусе и от Одинцова будут работать. Все это в рамках проекта «Активное долголетие». Каждую неделю у нас такие бесплатные для наших пожилых людей автобусы, экскурсии, маршруты будут работать. Стать участниками проекта, чтобы абсолютно бесплатно заниматься в различных кружках и секциях, посещать мастер-классы и творческие мастерские, а также курсы компьютерной грамотности могут люди серебряного возраста. Женщины с 55 лет, мужчины с 60. Все это можно сделать на портале, на котором своевременно будет выставляться информация о том, какие дополнительные услуги появляются в рамках вот этого проекта «Клуба активного долголетия». Мы уже продумали и с этой недели начнут работать определенные дни, часы для диспансеризации для людей в возрасте, кто является членом клуба. 46 активных пенсионеров отправились в свою первую туристическую поездку в Чехов. Если вы тоже хотите путешествовать по красивым уголкам нашего Подмосковья, подавайте заявки на участие в проекте «Активное долголетие». Они принимаются в центрах социального обслуживания по месту жительства. Оформление анкеты занимает всего несколько минут. Мила Тарасевич, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».